11 октября 2019. Так, это у нас налоговая Киевского района. Чернышевского. Вон у нас уже Газпром, чтобы было понятно, как добираться. Сюрприз там только такой. Справки для частных лиц о доходах выдаются понедельник, среда, пятница с 9 до часу, а вторник, четверг с 2 до 5, что ли, не помню. Ну, в общем, знать надо то, что посмотреть на сайте это можно. Кроме того, если есть электронная подпись, справку этого дохода можно еще и получить просто самостоятельно через интернет. Да, я не знаю, на что смотреть.